Всем привет! Чисто познавательное видео по поводу того, какие бывают тесты на наркотики. Ну, тест-полоски. В общем, поехали. Принцип у них один и тот же. Это от марихуаны, метадон. Это на наличие антидепрессантов, барбитураты, амфетамин, кокаин. Бензодиазепам. В общем, вскрывается все просто здесь. Ну и проверяем, собственно, что мы имеем в виду, говоря о том, что это тест-полоски для экспресс-теста. Обычная такая полоска, которая идет в герметично запечатанном пакетике вместе с силикогелем. Чем-то напоминает тест-полоску для беременных, но в несколько раз уже и меньше. В принципе, фирма, производящая их, одна. Вот полоска на кокаин. Какая же у них разница между собой? Да, в принципе, никакой. Единственное, что обозначение. Ну, то есть вы берете мочу, окунаете, и через какое-то время идет реакция, появляется полоска. Если полоска появилась, то это очень плохо в вашей ситуации. У всех у них есть определенный срок годности. О, уже другой вид пошел. Это на амфетамины. У всех у них разный состав реагентов для выявления. Хороший пакетик. В общем, силикогель присутствует везде. Проверяем следующую. Барбитураты. Инструкция практически у всех одинаковая. Ну, тоже буквенное обозначение другое. Всего лишь навсего. Так, это у нас что? Антидепрессанты. Дальше идет метадон. Ну и последний тест. Полоска. Это у нас была марихуана. Вот как-то так. Есть еще универсальный. Сразу на 10 видов наркотиков. Выглядит он следующим образом. Мы достаем такой тест. Достаем пипетку пастеру маленькую отсюда. Тут тоже есть такая же вещь. Ну и уже набираем, соответственно, образцы исследуемого и помещаем в определенную каплю. И за какое-то время появляется полоса напротив того наркотика, на который он должен реагировать. В общем, как-то так. Ничего здесь страшного нет. Непонятно, почему некоторые зеленые отказывались это проходить. Ну, бог им судья. В общем, такое небольшое познавательное видео. Всем пока. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья.